Только добро. Только добро. Только добро. Только добро. Я такой же, как все. Я приехал сюда из Мурманска. В городе Мурманске я учился, работал. Потом переехал в город Тулу. Потом, в связи с тем, что случилась моя ситуация, я вернулся обратно в Мурманск. Там же я получил первое образование юридическое. Для меня оно было не как целью получения образования, а как целью социализации. После, когда я окреп, я решил, что необходимо двигаться дальше. И я выбрал целью поступить в нынешний университет на организацию работы с молодежью. Да, ребята, я не спортсмен. Вот. Но при этом будущая деятельность будет связана с развитием инклюзивного туризма. Я в следующем году вот как раз поеду на Эльбрус тестить один участок. Если бы по другим человекам предполагать будущих моих детей, отдал бы. Если по другим человекам предполагать человека, которому я никакой эмпатии не испытываю, вот, то, скорее всего, я бы задумался. Я считаю себя человеком с развитым здоровым эгоизмом. Вот, и жертвовать своей жизнью я бы, наверное, не стал. Это честный ответ. Только добро, только добро в сердце твоем, в сердце твоем. Ты далеко, ты далеко, но я знаю, ты где-то там есть.